слышите все. Здесь Радио Энерджи в помощь автолюбителю и автопрофессионалу. Мужчина, здесь нельзя оставлять машину, парковка чуть дальше. Я с вами разговариваю, перепаркуйтесь, пожалуйста. Не, никогда. Ну вы мешаете прохожим. Да пошла ты. Не очень-то вежливо. Да пошли вы, так лучше. Козел. Овца! Паста, болоньезе. Вот сюда неси. Привет. Вот, а раньше я была темная, ты знаешь, с какими-то придями. А потом светленькая, очень долго высвечивалась, ужас. А мне Элка сказала, что я себе волосы сожгла. Но я ей сказала, что ну, волосы и волосы, кончики вроде не секутся, не упадают. С чего она взяла, что я сожгла? Ты тачку перепаркуешь или мне тебе ее по частям принести? Ты что, одурела? А я бы на вашем месте не стала связываться с этим упырем. Есть человек в жизни свинья, в бизнесе ее верно тоже. Да вы вон сами полюбуйтесь. Слушай, извини, пожалуйста, мне нужно бежать. Я забыл, прости, я тебе позвоню, обещаю, прости. Извините, пожалуйста, у меня там вот за углом машина, которую перекрыл. Вы можете объездить по ресторану? Вдруг кто-то из гостей, ладно? Спасибо большое. И сюда. Боже, простите, пожалуйста. Господа, я старший менеджер этого ресторана. Я прошу прощения за этот инцидент. Мы сейчас уберем. И сюда. Бери это все. Мы девушку задержим до приезда полиции, а вам обед за счет заведения. Простите, пожалуйста. Вставайте. Руки убрал. Руки, руки, угомонись! Откуда такая взялась? Не твое дело. Ты кто такой вообще? Слушай, а ты взъелась на того милого человека только потому, что он неправильно припарковал машину? Да. И что, он тебе лично ничего не сделал? Нет. Здорово. Ты можешь нормально ответить на вопрос? Кто ты такой? Я твой ангел-хранитель. Че? То есть не можешь? Артем, статус для новых отношений свободен. Ира, мне пофиг. Послушай, меня же тоже много чего бесит. Я же как-то сдерживаюсь. Представляешь, что было, если бы мы вот так вот друг у друга зеркала отрывали? Воцарился бы хаос, анархия, так нельзя. Выходит, что ты трус. Ну, погоди. Вот тебе пример. Как ты себе все представлял? Ну, вот ты вошла в этот ресторан, вот ты бросила зеркало, вот он начинает бычить. Что потом? Ты позвонишь ментам, и все будут тебе аплодировать или что? Хоть какой-то минимальный, неочевидный, но все-таки вариант выхода из этой ситуации у тебя ведь должен был быть? Точно трус. Хочешь, вернемся назад? Погнали. Ладно, стой, хорошо, все, я понял, ты крутая. Но я все-таки предлагаю продолжить наше общение в более спокойной обстановке, если ты не против. Послушай, я, конечно, понимаю, что ты можешь трепаться без умолку, но это совсем не делает тебя неотразимым. Извини. Слушай, а ты всегда такая серьезная? Ну там, поржать, я не знаю, или анекдоты потравить, нет? Тебя подвезти? Спасибо, сама дойду. Да. Кира, Настю ночью сбили. Она в реанимации.
эта мразь на машине сбила и уехала. Врачи говорят, Настя чудом осталась жива. Только один. Вижу в твоих глазах вопрос, кто я такой. Ты что, с Кирой приехал? Вообще-то я ее привез. Так что, строго говоря, это она со мной приехала. Это я врубил. Ты вообще кто такой? Я ее друг. Что-то я тебя раньше не видел. Друг. А ты что, ее парень, что ли, чтобы всех видеть? Да, парень, ничего. Да? Угу. Кира в курсе? Ты что, самый умный? Ты вообще спрашиваешь, что конкретно здесь? Ты думаешь, раз ты в больнице, тебя спасут? Ты что, думаешь, если ты ее парень, то ее не трав? Федя, Артем, Артем, Федя. Ну, я вижу, вы и так познакомились. Операция нужна очень срочно. 250 тысяч. Найдем. Долларов? А что свидетели? Обычно виновник платит. Полиция свидетелей не нашла и дело заводить пока не будут. А чё от ментов еще ждать? Я ждать и не собираюсь. Сама разберусь. Послушай, прежде чем ты пойдешь и разнесешь все отделение на куски, позволь я тебе объясню, как все будет. Слушай, этот клоун всегда так разговаривает. Федя. Ты реально с ним? В школе вместе учились. И с Настей. Хочешь, я на твоем языке разговаривать буду? Хочу. Завязывайте с этим, пожалуйста. Я продолжу? Итак. Ну, конечно, мы сделаем все возможное, но ничего не гарантирую. Приходи через месяц, а? Потом мы сами поедем искать свидетелей. Но никто не захочет нам помогать, потому что людям в глобальном смысле все равно. Им лишь бы пообсуждать чужие проблемы. Менты, как обычно, будут все затягивать, и затем, отчаявшись, ты повесишь пост во всех социальных сетях. Будут комментарии, типа, в какое страшное время мы живем, бедняга, или надо было по сторонам смотреть, сама виновата. В общем, ничего у тебя не выйдет. Ну что, я был прав? 2 лайка, 3 репоста? Вообще-то 820 лайков и 95 репостов. Еще одно очень важное письмо. Мне прислали досье на одного человека и видео, где он сбивает Настю. Дай. Это какой-то Сергей Полянский. Какой-то Сергей Полянский. Это известный бизнесмен. У него денег как грязи. Кто видео-то прислал? Прислал Анонимус. Кто? Ну, ник такой, Анонимус. 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 Угу. Здорово. А с этим видео уже можно к ментам идти? Конечно, у них же его нет. Странно, что они дело не забыть, да? Нам деньги нужны срочно для Насти, так что я сама к нему пойду. Я бы, конечно, мог рассказать, как все будет, но... И не надо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кому? Сергею Полянскому. Звоните в офис. А какой номер? 851. Лесгрупп, добрый день. Здравствуйте, я на встречу к Сергею Полянскому. На какое время у вас назначена встреча? Алло. 14:20. Да. 87 этаж, поднимайте, пожалуйста. Спасибо. 87 этаж. Сергей Алексеевич. Да. К вам журналистка с телеканала «Дождь». Ага, отлично. Спасибо, Людмила. Ну, здрасте. Здрасте. Садитесь, пожалуйста. И записывайте. Смотреть без ошибок. Итак,
Девелоперский проект «Башня Минсинг», который мы финансируем вместе с моим партнером Дмитрием Сафоновым, будет реализован в Бангкоке. Тайцы хотят с нашей помощью добраться до Луны. Ну что ж, мы им поможем. И это будет самая лучшая война. А почему вы не записываете? Вы сбили девушку и скрылись вместо ДТП. Сейчас она в больнице. Ей нужна операция, срочно. Иначе она погибнет. У меня есть видео, которое доказывает, что это вы сделали. Так что либо вы нам поможете, либо вместо своего Бангкока отправитесь в Магадан. Понятно? Вам что, смешно? Знаешь, ну, ты можешь отправиться с этим видео сразу к генеральному прокурору, моему хорошему товарищу. Но человек может умереть. Я понимаю. Все мы когда-нибудь умрем. Жизнь коротка. А вот время дорого. А я трачу его здесь на тебя. А ты знаешь, сколько стоит минута моего времени? Поэтому давай так. Мы в расчете, и сдачи не нужно. Людмила? Да? Обзови Борю в переговорную. Еще вопросы? Вы пожалеете. Ну скажи, а почему у нас такой бардак, а? Почему сумасшедшие девки приходят вымогать у меня деньги? Ну я разберусь. Так разберись. Разберусь. С тем вопросом ты так же разобрался? Нет, там все в порядке. Машину продали задним числом. Ну, Сергей Алексеевич, я прошу вас, в следующий раз, ну будьте поаккуратнее, ладно? Ну конечно, будет, конечно. Все, иди. Тварь! Выгнал меня. У него, видите ли, знакомый прокурор. Ему плевать на наши видео. Ну где его тут искать? Не знаю, написал в 5 будь главного корпуса, больше ничего. Мутный какой-то. Алло? Хорошо выглядишь. В смысле? Заходи через главный вход. Хорошо. Пойдем. Здрасте. Ну что теперь? Детский сад какой-то. Теперь вверх по лестнице, потом по коридору назад. Снова наверх, а потом по коридору прямо. Прямо наверх. Борщом пахнет. Кажется, мы здесь уже были. Ага. Может, он больной? Ты что, прикалываешься? Да, я с ним поговорю. Куда идти? Наверх. Наверх.
серая дверь. Сюда. Ну и? Теперь иди прямо по коридору. Класс. Что теперь? Может, он маньяк, а? Алло, я тебя не слышу. Ты где? Алло. Точно маньяк. Не ссы. Алло. Ты Пелу смотрел? Нет. А я все 7 частей. Черт, потому что ты вляпался. Вон камера. Слышь, пустик, ты чё творишь? Ты мои друзья или иди в жопу, мы тебя разберёмся! Вот это прикол! Да! Я и вышибу сейчас, слышь, ты, блин! Чё, я должен им доверять? Ну нет, ты доверяешь? Нет. Ну так и на черта ты нас сюда позвал! Слушай, у нас подруга умирает, или ты их пустишь, или где-то тебя сейчас здесь всё разнесёт! Ты меня услышал? Реально, опаснись. Ты лучше меня не беси, помоги! Ну! Ладно, ладно. Я его сейчас убивать буду. Тихо. Направо, потом по лестнице вверх. Пойдем. Что это вообще было? Вирусная защита. Я лохов к себе не пускаю. Чего? Ну, а как тебя еще назвать? Артем Резник. Приехал из Саратова. С финансами у тебя туго. Назанимал денег у знакомых, но отдавать ты им, видимо, не собираешься. Живешь в общаге. Машина в кредит. Бабник, лгун. Любишь понтоваться. Даже часы эти не настоящая подделка, которую ты выдаешь за оригинал. Федор Быков. Но... Недавно пришел из армии. Высшего образования нет и не предвидится. Болеет за «Спартак». Много приводов в полицию, хулиганство, драки. В общем, антисоциальный элемент с ярко выраженным девиантным поведением. Фанат фильма «Сумерки». Ну, спецэффекты что, нормально? Я не знаю, я не видел. Хорош трепаться. Ты поможешь нам или нет? Если нет, то мы уходим. Настю вашу жалко, конечно, но моя цель — уничтожить Полянского. Тебе-то он чем не угодил? PlayStation твой украл? Кинул мою семью на хату. Кроме того, он выкупил несколько хороших сайтов и форумов, сделал платными и забил свои рекламы. И такие вещи не прощаются. То есть один у нас живет в общаге, а другой на чердаке. Слушайте, если вам что-то не нравится, можете валить. Я вас сюда не звал. До свидания. Ты поможешь нам или нет? Полянский мой враг, поэтому я готов помочь кому угодно. Извините. Да. Друг, если можно так выразиться, давай будем откровенны. Мы с тобой здесь собрались только потому, что хотим одного, правильно? Да, спасти Настю. Нет, мы хотим Киру. Стоп. Ну, по крайней мере, я хочу. Не знаю, как ты, конечно. Если нет, ничего страшного, один конкурент меньше. Относись к ней уважительно. Она не вещь, чтобы ее делить. Ребят, заключим пакт. Он имеет в виду слово пацана. Накажем Полянского, поможем девушке. А Кира после сама решит, с кем она будет. Отличный пакт. Мне нравится, я ставлю на себя. Будете заниматься фигней, огребете оба. Все плохо. Если в течение 2 недель не сделать ей операцию, она умрет. Смотрите, что нару про этого козла. Сергей Алексеевич Полянцев. 1972 года рождения. Предприниматель, основатель компании P&S Group. Трудоголик, сумасброд, ньюсмейкер.
Полянский является не единственным владельцем компании. Вот его партнер, Дмитрий Сафонов. Полянский неуравновешен, непредсказуем, любит шокировать публику, агрессивный. Также Полянский владеет множеством объектов недвижимости. Сейчас живет в престижном отеле, снимает самый шикарный пентхаус, пока достраивается его очередной дворец. Чего-то я не вижу ничего полезного, чтобы помогло нам выудить из него 250 тысяч. Ты же это типа суперхакер. Он так взломает им что-нибудь и тупо перечислит деньги. Все крупные финансовые операции Полянский производит только с помощью своего ноутбука. У меня точно такой же. Но вот софт сделан на заказ, и деньги переходят только тогда, когда пин-код вводится только на ноутбуке Полянского. Даже если у вас есть пин-код, то вводить его на любом другом компьютере просто бессмысленно. Я так пробовал взломать уже 1000 раз, ничего не получилось. Это двойная защита от взлома. Так, я не понял, ты можешь взломать или нет? Так, что у нас тут еще? В четверг к нему приходит агент по недвижимости. Он хочет приобрести остров и устроить там свое государство в государстве. Своего рода маленький город солнца. Также он фанат всяких эзотерических штук, типа йоги, буддизм, восточная псевдофилософия. У Полянского бывают частые нервные срывы, поэтому он недавно проходил лечение в психиатрической клинике в Швейцарии. Вот, я вскрыл почту этой клиники и даже выудил карту Полянского. А ну-ка назад сделай. А еще у него аллергия на клубнику, он любит сиамских котов и сырники. Что? Подписался на него ВКонтакте, чё? Погоди. Так, что там у нас еще? Я частенько вскрываю почтовый адрес референта Полянского. Весьма симпатичной девушке, кстати. Поэтому в курсе всех его дел. Вот она пишет своей подружке, что, похоже, у ее шефа связь с женой Сафонова. О, компромат. Все, птичка в клетке. Теперь, друзья, смотрите, учитесь. Слышь, что он за нами таскается? Не знаю, может, ему просто по приколу. Девушки, здравствуйте. Эксплуатационная служба МРЭО ЦАУ. Нужно замерить угол наклона 90-градусной плоскости по отношению к поверхности уровня моря. Где у вас тут окно? Простите? Благодарю. Ну что там? Смотрите. Хардкор порно. Фу. Спать с женой делового партнера – это лихо. На Софире, да. Господин Полянский, вас беспокоит некто анонимус. У меня есть информация, что вы спите с женой своего делового партнера Сафонова. И в качестве доказательств у меня есть все соответствующие фотографии. Сейчас, погоди, не вешай трубку. Алло. Сафонов, прикинь, я жахаю твою жену. И что? Я ее тоже жахаю. Чего звонишь? Ничего, просто так. Ну давай, скоро вовсе увидимся, а? Ну что, съели дармоеды? Еще раз позвоните, найду и голову подрываю. Федя! Ой, дурак. Слышь? Ты в курсе?
боишься, что из-за тебя девчонка в больницу попала? А? Знаешь, как с такими поступают? Если бы не этот, я бы уработал его прямо там. Не, ну а в чем смысл? Ну только есть ради собственного удовольствия. Удовольствие будет, когда мы с него деньги получим. Для Насти. Может, кредит возьмем? А ты 250 тысяч долларов подо что, под лысую резину брать будешь? Или под мою машину? Так она тоже кредитная. Это что? Моцк. Короче, я недавно вилку на свалке нашел. Потом бак за гаражами. Ну и вот потихоньку собираю. Короче, я понял, из этого металлолома мы тоже деньги не получим. Металлолом — это твой айфон. У меня что, не может быть мечты? Оп. Интересно, о чем эта гнида мечтает? Миллиарды гренат, тысячи тёлок, горы кокаина и свое собственное государство. А я его даже, знаешь, чем-то понимаю. Короче, есть идея. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Здравствуйте, я представитель компании Сергея Полянского. Мой шеф интересуется лакшери недвижимостью. Мы отправляли вам запрос. Да-да-да-да. Что вас конкретно интересует? У нас есть дома вдоль британского побережья, французские фамилии Шато, Шале, поместья с виноградниками. То есть с виноградниками. С виноградниками не надо. Сергей Алексеевич хотел бы приобрести остров. Остров? Официально. А, конечно. У нас широчайшее приложение по экзотическим островам. Заброшенные пиратские пристанища, греческие острова любви, Курильская гряда. Мы могли бы устроить показ вашему боссу лично. Вы не поняли. Сергей Алексеевич очень занятой человек. И для того, чтобы ездить по всяким агентствам, у него есть я. Так что, может быть, вы предоставите какую-то конкретную информацию? А? Буклеты, рекламные проспекты, договор на согласование, в конце концов. А, да. А, и чем быстрее вы все сделаете, тем быстрее и вы, и я заработаем. У нас Полянский мечтает о государстве на Тропическом острове, то мы сделаем ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Мы поделаем документы и направим деньги на наш счет. Готово? Вуаля! Молодцы. Так, ладно. Давайте по финансам закончим. Да, мы... Вот, ну, то есть, Сергей Алексеевич, вы совершенно правы. Мы подготовили отчетность, и действительно, наши расходы, они слегка преувеличили. Слегка, да? Мы... Слышал, что сказал? Слегка, да? Ах ты, гад мне! Откуда вы взяли этого дебила, а? Ну-ка, иди сюда. Значит так. Ну-ка, снял этот галстук и выкинул его нафиг! И ты уволен! А вы все лишены квартальной премии! Пошли вон отсюда!
Так, Гусева, чтобы у меня в четверг было предложение. Как сделать так, чтобы наши расходы немного уменьшились? Это понятно? Свободны. Мне иногда кажется, Серега, что ты псих. Я умею управлять гневом. Просто я использую эту эмоцию, чтобы стимулировать их делать то, что мне нужно. Кстати, в прошлом квартале я заставил их сэкономить там 1,5 миллиона. Так что, Дмитрий Николаевич, если я и псих, то крайне продуманный. Слушай, у нас встреча с тайцами через 2 недели. Наши юристы настаивают на разделении уставных долей. Ну, так логичнее, по налогам. 50%. Тайцам? 25 мне, 25 тебе. Хорошо. Надо держать. Они почти созрели. Осталось чуть-чуть. Давай до вечера. Давай. Люда. Да, Сергей Алексеевич. А что у нас по таймингу? Через 2 минуты у вас встреча с представителем агентства недвижимости. А, это вот этот вот с портфелем. И рожа улыбающаяся такая хитрая, да? Да, все верно. Ага. Понятно. Камеру направил. Теперь один стол виден, и это дурацкая игрушка. Это Будда, а не игрушка. Тём, поправь пиджак. Ой, здесь помойка, а не бриллианты, бляха. Ой, а вот здесь... Да-да-да, точно. Вот здесь у меня было 2 жены. Ну, таких временных, ты понимаешь, да? О, а вот сюда ездили специально смотреть, потому что, знаешь, по фоткам вроде ничего, но пока воздух не понюхаешь или руками не потрогаешь, брать нельзя. Ну да. Что делать-то? Нужно ему помочь, а то сейчас Полянский соскочит. Все дерьмо. Стой, вот этот. Ты с ума сошла? Это остров Анжелины Джоли. Да какая нафиг разница? Главное сейчас отправить фотку, чтобы он согласился и деньги перевел. Давай. Вообще, да. Это все ерунда. Я с самого начала так и подозревал. Вам это не подойдет. Тём, дожимай его. И именно поэтому я приготовил для вас нечто особенное. Я даю голову на отсечение, что никто ничего подобного вам раньше не предлагал. Погоди. 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 Ну, во-первых, ты сохранил голову. Во-вторых, ты первый, кто убедил меня купить остров. Как тебя зовут? Меня зовут... Неважно. Остров в виде сердца или жопы. Это
так круто. Скажи, что там родился Будда Гаутама. Кстати говоря, по преданию, там родился сам Будда Гаутама. Серьезно? Я хочу этот остров. Как он называется? Бамбуковый рай. Бамбуковый рай. Вот, и если нас все устраивает, то мы прямо сейчас можем подписать документы. Нет, после чего. Сейчас он мне не нужен. Вот урод, а! Все деньги в бизнесе. Давай так, тормозни для меня этот островок, а когда мы закроем сделку, приходи опять. Ну все. Да. Простите, я такой неуклюжий, извините. Я вообще с детства все роняю. А даже, представляете, я даже лоток журналами уронил. Хотел сканворд купить. Я вообще люблю разглядывать сканворды. Я когда куда-то еду, я всегда там с собой беру в электричку сканворд. Вот. А в таборе я не люблю стоять, потому что там саженцы от табака вяжут. Держите. Простите меня, пожалуйста, еще раз. Простите. Всего доброго. Хорошего дня. Сработало. Классно. А с кредитками так можно? Так, не отвлекаемся. Оля? Главное это заменить успокоительные таблетки на стимуляторы. Дальше действуем по плану. Направо спальня. Прямо по коридору гостиная. За работу. Супер.
Да мне плевать, делайте, что должны. Ну хорошо, ваше предложение. Громче говорите. В общем, у них как бы это принципиальные позиции, но раз мы от них ушли, то они сейчас повышают тарифы на грузоперевозки. И вот, и Сергей Алексеевич. Да. Давайте я еще раз попробую объяснить. Нет, не надо мне ничего объяснять. Мы просто не знаем, как сделать. Делайте, как хотите. Это ваши обязанности, понятно? Черт. Да блин! Дебилы! Спокойной ночи, урод. Скоро будет биг бадабум. Что такое? Сергей Алексеевич, все в порядке? Твое какое дело? В общем, отсутствие у объекта успокоительного и полученная доза стимуляторов превращает его в мозг в бурлящий котел мыслей и паранойи. Главная встреча с партнерами состоится в среду. В общем, к этому дню он должен быть полностью неадекватным. Поаккуратнее с дозой. Смотри, чтобы весь офис не сошел. Не очкуй.
Ты машину мыл? Конечно, мыл. Я к вентиляционной системе. У вас дырень там, знаете, какая? Не знаешь. Ладно, я сам разберусь. Мало ли там крыса какая. Да? Пускать никого. Первый, кто войдет, уволю. Индекс упал на 2%, ты представляешь? А? Ждем твоего сигнала. Камеру в коридоре отключи, пожалуйста. Выключаю. Все сделали. Картину повесили? Да. Женька все-таки гений. Я все слышу. Гений — это тот, кто карточку достал. Гений — это тот, кто с баллоном веселящего газа проник в охраняемый офис и пухи. Ясно, парни, вы все гении. Ты что, совсем обалдел, что ли? Они повсюду. Кто? Ну, они следят за нами. Ты и я пошел людей. Собирай всех уходить. Ты совсем что? Не приближайся. Беги, беги. Совсем. Иван, приветствую. Это тренинг корпоративный по управлению гневом. Давайте ко мне пройдем, там поговорим. Да. Да. Ну, бухой Децл был. Ну хорошо, магнитные бури. Ну ладно, не ори. Понял я. Понял, да. Буду следить за собой и... Да-да-да, я здесь. Понял. Ты напомни мне, а то я отключаюсь уже.
Что в моем номере полный. Простите? Там теперь игуана. Ну, игуана, понимаешь? Какого черта она там делает? Живая. Ну, конечно, живая, не мертвая же. Ну, вы не волнуйтесь. Мы сейчас разберемся. Пройдемте. Да, пройдем. Только ты будешь ее ловить, ладно? Хорошо. Да? Спасибо. Не волнуйтесь, сейчас разберемся. Быстрее не в лифте. Игуану не забыли? Чё ты на меня смотришь? По виду, тварь! Может, желаете ромашковый чай? Шу вон. Алло? Да, здрасте. Здрасте, Эдуард Филиппович, это Полянский. Да. Вы знаете, да, ухудшилось, да. Конечно, принимаю, да, по одной. Увеличить, я понял. Да, да. Нет, не могу, сейчас совсем нет времени. А, если плохо, уезжаю. Да, конечно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Да, осталось совсем чуть-чуть. Так, встреча с тайцами послезавтра, значит, что он уже будет готов. Леви давай. Ага, вот там и разгружайте. Цемент потом со второго этажа ближе ко входу надо. Все, добро, давай. Извините. Чего тебе, с какой бригады? Со второй. Вам цемент привезли. Давай быстро туда, сегодня начальство приезжает. У меня телефон в мазут упал. Убирайте арматуру откуда, а? Телефон, говорю, в мазут упал, а у меня жена рожает. Ну и чего? Ну можно с вашего набрать, а? Только быстро. И не в Молдавию. Убирайте бетономешалку, выключайте. Приехали. Вот, началось. Хозяева пожаловали. Спасибо большое. Серега, пойдем. А? Краску пробить. А? Так. Ну, ничего. Времени мало, да, у вас? Да, а? Нормально. Ну что, как она? Стройка-то строится? Строится? Строится, конечно. А, так. А кто здесь главный? А вот, иди сюда. Иди. Так. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Ну что, пойдемте, покажу вам свои владения. Слышь ты, это мои владения, а ты здесь просто работаешь. Спокойно. Что за сроками? Да вроде нормально все.
Вроде. В смысле, все хорошо. Сергей, вот. Да вы сами посмотрите. Тихо, всем стоять на месте! Стоять! И ты стой! Тихо! Тихо, успокойся! Ты успокойся! Иди сюда! Иди сюда! Ну стой там! Тихо, я еще не закончил с тобой! Чё? Может, увидишь, куда отдохнешь, а? С тайцами закончу и уеду. Может, я сам с тайцами. А что такое? А что такое? Не нужен стал больше, да? Завязывай, Серега, завязывай! Хрен тебе! Не дождешься, понял? Иди сюда! Тогда не забудь, завтра в 12 встреча. Последи за ним. В эфире телеканала РУ-ТВ «Стол заказов». И с вами я, Нелли Ермолаева. Прямо сейчас мы будем обсуждать, что самое необычное. Вы бежали в своей жизни. Может, вы прыгали с парашютом, спускались на 12 этаж через окно. Если вы еще не слышали, Сергей Полянский обанкротился. И, кстати, я жду ваши сообщения. Ну, а пока премьера клипа. Привет, это программа «Кино в деталях», и я ее ведущий Федор Бондарчук. Смотрите сегодня в выпуске. Сафонов кинет Полянского, и на открытии впервые за всю историю фестиваля показали короткометражки молодых режиссеров, в том числе и мою любимую. Сафонов кинет Полянского. Киноман Алексея Андрианова с Андреем Мерзликиным в главной роли. И сегодня Андрей замечательный актер, без которого я уже, признаюсь, не представляю себе фестиваль сущности. Праздников. Добрый день. Чем могу вам помочь? Здравствуйте. Хочу заказать группу танцовщиц в майках с надписью 4.27. Угу. Хорошо. Во сколько и куда? Прямо сейчас. Запишите, пожалуйста, адрес. Это Москва Сити, корпус 3. ПСГУ. Здравствуйте. Я хотел бы заказать доставку 22 пылесосов. Модель XR73. Да, а мне нужно 76 покрышек. Радиус 20. Да, здравствуйте. А я бы хотел заказать доставку полное собрание сочинений Дарьи Донцовой. Да, твердый переплет. Вес 1,5 тонны. Прекрасно, везите. Это офис PS Group. Все для Сергея Полянского. Адрес Москва Сити, дом 3. Сравнение уродненького. Пойдем, блин. Это что за бред? Ну, видимо, они к вам приехали. Ко мне? Зачем вы их вызвали? Я вызвал. Цирк этот весь, эту мартышку, я вызвал. Что, болен, Боря? Пойдем, Сергей Васильевич, пойдемте. Объект в лифте, поторопитесь. Боря, стой тут, я не пускай никого. Саводикап. Я скажу, что пробки.
Зайцев. Ты в порядке? Ты думал без меня все замутить? Серега, тебя ждем. Людочка, принесите договора, пожалуйста. Давай быстрее, мне нужно будет время, чтобы все скачать с ноутбука. Ты сюда ползи, поможешь, раз такой умный. Тебе сейчас ставлю, если не угомонишься. Федор, держите себя в руках. Так, я копирую интерфейс его компа и кидаю его вам. Кир, Артем, прием. Так. Пункт 4.27. Долевое распределение прибыли. У инвесторов 51, у Сафонова 48. Полянского 1? В смысле? Вы что, меня кинуть хотите? Не понял. Чего ты не понял? Чего ты не понял? Это что, а? Небоскреб они захотели. А? Вы что, думали, Полянский дурак? Все в порядке. А? Сереж, это просто ошибка. Мы сейчас все переделаем. Это с тобой работать ошибка! Сейчас, сейчас. 48%! Не слипнется? Ничего ему не переводи! Ты одрел, что ли, а? Кинуть меня хотел, гад, да? А ну стой! Стой! Стойте, стойте, стойте! Тихо. Пошел вон отсюда! Тихо. Вон, тварь! Тихо. Чтоб я тебя не видел! Вон! Дебил! И ты пошел отсюда! Звони в агентство быстро, пусть готовят документы. Как забыл, ну, дура! Сергей, спокойно. Вам нужно успокоиться, слышите? Я спокоен, как удав. Давайте вызовем врача. Зачем, Боря? Сюда и пройди. Ну, погодите. Уйди с дороги. Это Полянский. Мне нужен договор, буду через 40 минут. И бизнес-класс мне сделать и Шереметьево. Ближайшим рейсом. Да, мы вас ждем. Алло, здравствуйте. Я по поводу острова. Мой шеф решился, он едет к вам. И мой вам совет. Не задавайте лишних вопросов, не спорьте. И вообще не злите его, он очень-очень вспыльчивый человек. Короче, он к вам выдвинулся.
Простите меня, люди добрые. Ну давай, 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 шевели ногами, шевели! Чё ты? Чё ты смотришь? Иди отсюда! Сергей Алексеевич, здравствуйте. Позвольте предложить вам кофе. Какой кофе? Мне документы нужны быстро, у тебя 2 минуты. А. 1 минута. А, понял. А, не вопрос. А, прошу вас. Какой остров вы хотите? Ну, это менеджер ваш этот говорил бамбук. Все в порядке? Сергей, вам помочь? Бамбуковый рай, остров в виде сердца. А, да. Дело в том, что он не совсем в виде сердца. Без проблем. Одну секундочку. Прошу, прошу вас. Извините, вот его ноутбук. Так, Полянский включил ноутбук. Что теперь? В общем, как только он введет пароль и переведет платеж, у меня будет ровно 90 секунд, чтобы вбить пароль в его компьютере и перевести деньги на наш счет. Угу. После поступления денег нам на счет в течение 24 часов вы вступите во владение островом. Мы сегодня же отправим соответствующие документы принимающей стороны. Сегодня. Ну вот, осталось совсем немного. Ребята, не вынуждайте меня. Слушай, неужели вы думали, что ваши действия в течение недели никто не заметит? Беги по моей команде. Алло. Я их поймал. Все-таки есть Бог на свете. Бери ноута ко мне. Хорошо. Ноут сюда. Беги! Кира! Что случилось? Там же они его, понимаешь? Коп забрали, все теперь! Тихо, спокойно. У Полянского в сумке деньги. Много. В аэропорт быстро. Погнали. Сумку. Я ее с руками оторву.
Ну как? А ты еще босиком? Долгая история. Женьку позвонил, да? Да. От него вон уже 20 пропущено. Че, встали? Да ладно. Это же сколько его загнать-то можно? Нам хватит. Ким? Обнимешь меня? Что? Чувствуешь? Ладно, хорош. Чё за... Ты чё, дурак? Всё, совсем, это же Настя на операцию. Собирайте быстро. Блин, да я хотел как в кино. А, Борис, проходи, садись. Все готово. Mm-hmm. Спасибо. Вы знаете, я очень рад, что мы с вами все-таки сумели договориться. Заодно я от этого психа избавишься. Ну, давай. А, что давай? Ноут. А, да-да, пожалуйста, держите. Ты знаешь, Боря, я вообще люблю хорошие финалы. Сегодня Юрий угомонили тайцев, носились по офису, как бешеные макаки, верещали. Как макаки, смешно. Значит, ваша сделка все-таки состоялась, да? Я тебя умоляю. Кто им построит такой небоскреб за такие смешные деньги? Ну, конечно, конечно. В общем, я нас еще и отмазал. Для Сафона мы, типа, вообще не притылок. Все деньги, типа, украл Полянский. Власти Таиланда арестовали известного российского предпринимателя Сергея Полянского, который пытался обанкротить свою компанию PS Group и обманным путем присвоить все ее счета. У тайских полицейских тоже есть претензии к бизнесмену. Он был задержан за незаконное проникновение на виллу известной голливудской актрисы Анджелины Джоли. Господин Полянский устроил там дебош и истерику, разорвал портрет Брэда Питта, избил прислугу и в добавлении ко всему зачем-то срубил несколько пальм. Вот теперь за все вышеперечисленное ему грозит... Потише, сделайте, пожалуйста, больницу. ...наказание в одной из местных тюрем. Готовим операцию, к утру начнем. Да не волнуйтесь вы так, хорошо все будет. Сейчас к другим событиям. На счет фонда помощи пострадавшим в ДТП поступила невероятная для пожертвований сумма... $25 миллионов. Благотворитель при этом пожелал остаться неизвестным. А ты не мог хотя бы 1 миллион оставить? Что, жалко? Артем, это не наши деньги. Ну что, в ДТП нужно попасть, чтобы со мной поделить? А это мысль. Так будет с каждым, кто одурел от своей воли и безнаказанности. Его еще как террориста записали? Ну, говорят, плохой прессы не бывает. Слушайте все! Это ДТП совершил известный российский бизнесмен Сергей Алексеевич Полянский. Полиция не заводила дело. Все записи с камер слежения были стерты. Богатая и влиятельная мразь в очередной раз решила уйти от ответственности. Вы привыкли к этому. Слово «справедливость» для вас потеряло смысл.
Никому нет до этого дела. Никому, кроме нас. Спокойной ночи и до скорой встречи. Может быть, мы не всегда правы, но сейчас по-другому не правы.